Семилетняя кировчанка Милена Алексеева одержала победу на всероссийских соревнованиях по шашкам. Турнир прошел в Санкт-Петербурге, в нем приняли участие дети и подростки от 7 до 16 лет. Юной кировчанке не было равных. Секретами успеха во время партии в шашки она поделилась с Натальей Бакириной. Милене Алексеевой всего 7, но у девочки столько наград соревнований по шашкам, что удивился бы и взрослый мастер спорта. Кандидатов в мастера не присваивают только потому, что девочке нет 10 лет. Хотя разряд уже давно выполнен. В игре, говорит, очень много тонкостей. И самое главное здесь – стратегия. Чтобы выигрывать, надо просчитывать каждый ход. Мне нравится игра шашки, потому что она развивает мышление и азартное. Ходи. Ваш ход. Милена показывает, как нужно играть в шашки и делится впечатлениями от соревнований в Санкт-Петербурге. Соперники, рассказывает, были разные. И ровесники, и гораздо старше. С последним из них, 16-летним, самым волнительным был конец партии. В окончании надо думать, может быть, ты сделаешь комбинацию, может быть, будет оппозиция, может быть, ты отдашь шашку, и соперника не будет хода. В этом году Милена Алексеева стала призером и победителем соревнований разного уровня – и всероссийских, и международных. Подтверждение этому – многочисленные награды и дипломы, которыми гордятся тренеры шахматно-шашечного клуба. А сегодня появился еще один повод для гордости. По информации вице-президента Федерации шашек России, юная кировчанка вошла в состав сборной России. Все. Легко было? Очень. Наталья Бакерина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.